Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Шерон Мельник и книга «Стрессоустойчивость. Как сохранять спокойствие и высокую эффективность в любых ситуациях». Шерон Мельник – это Гарвардская школа медицины, практикующий психолог, своя собственная методика по определению стресса и противостояние ему. Тысячи адептов по всему миру и, в общем-то, вся жизнь, посвященная одной только теме, ну, одной, но глобальной теме – стрессоустойчивость. А вот этот звук – это остатки гриндер-пинотажа 17 года, абсолютного фаворита зимы 19-20 годов. Сухое красное, купаж двух сортов, пино-нуар и эрмитаж, отсюда и название пинотаж. Хорошее юаровское вино, отлично подходящее к мясу и к хорошей книге. Если слушаете подкаст в первый раз, не удивляйтесь, пожалуйста. Книги и вино – это мои персональные Сцилла и Харибда, идущие рука об руку рядом со мной много-много лет. И да, я все еще чуть-чуть болею, поэтому заранее прошу простить за возможные проблемы со звуком. Пинотаж и Шерон Мельник «Стрессоустойчивость». С одной стороны, «Стрессоустойчивость» – это классическая книга-статья. Все полезное, что в ней собрано, с легкостью могло бы уместиться в одной-двух публикациях в каком-нибудь глянцевом журнале или на сайте. С другой же стороны, 1 января 2022 года начинают действовать поправки к каталогу МКБ-11, это так называемый международный классификатор болезней, принятый ВОЗом. Кроме всего прочего, там появится заболевание под кодом QD85, состояние хронического стресса. Включение стресса в международную классификацию болезней должно дать право людям с подобными симптомами обращаться к врачу или получать медицинскую помощь. То есть официально с 1 января 2022 года стресс является причиной, вернее, является заболеванием и причиной невыхода на работу и медикаментозного вмешательства. Если копнуть глубже, то получается вообще совсем не радостно, потому что, согласно исследованиям, более 80% сотрудников компаний так или иначе регулярно испытывают сильный стресс на работе. И около 70% всех обращений в больницы в Европе связано с различными стрессовыми состояниями. Практикующие медики отмечают, что возрастной состав таких заболеваний, как инфаркты, инсульты, сильно помолодел, и теперь такие диагнозы вообще не редкость у 30-40-летних людей. Именно поэтому книга может быть полезна, поскольку и в очень понятном и простом тоне она пытается нам рассказать о масштабном и трагическом влиянии стресса на современную жизнь и о том, как выработать настоящую стрессоустойчивость. По традиции вся книга в одном предложении в самом начале. Если вы что-то делаете в компании других людей, взаимодействуете с людьми и не лежите на диване, выполняете какую-то работу, то рано или поздно он вас достанет. Он – это стресс. Будьте готовы распознать начало этого состояния и действовать так, чтобы не дать стрессу ни единого шанса перерасти в хроническое состояние, в состояние вот этого вот QD85 какой-то болезни. Но давайте быстренько пробежимся по 10 основным фактам, которые я себе выписал после прочтения этой книги. У стресса всегда есть начало. Он не образуется на пустом месте, он появляется при определенных обстоятельствах, и подобными обстоятельствами являются ситуации, в которых уровень требований, предъявляемый к человеку, превышает его возможности этими требованиями управлять. Что характерно, эти требования могут быть предъявлены как внешними какими-то факторами, так и, собственно, вашим внутренним голосом и вашей внутренней планкой. Вообще все просто, на самом деле. Любая ситуация, где вы хоть чуть-чуть, хоть на минутку не смогли, задержали, опоздали, сделали недостаточно хорошо, это кирпичик в выстраиваемую вами самими стену стресса. Важно, что очень часто внутренний наш индикатор выдает нам сильно завышенные показания, и особенно если вы перфекционист или какой-нибудь трудоголик. Например, вы готовите отчет. Готовите отчет и пообещали его на следующий день к 10 утра.
Но объективная реальность такова, что сдать его можно только в 12, не раньше. Ну вот это объективно так. Вы там ждете данных какие-то, не успеваете оформить их, или еще миллион и одна мелкая причина. Формально в любом случае вы попадете в состояние стресса. Потому что если сдадите вовремя, то в стрессе пробудете всю подготовку и, сверяя в свои внутренние часы, успеваете, не успеваете, достаточно ли хорошо, вы можете проработать этот отчет за отведенную минуту времени. А если готовить будете размеренно и спокойно, не обращая внимания на дедлайны, то начнете стрессовать тогда, когда нужно будет просить перенести дату сдачи отчета, потому что наверняка вы не успеете. Именно поэтому современные условия труда в большинстве случаев это как раз и благодатная почва для развития стресса. У вас случится или нет, он уже сегодня. А ответ на это кроется в анекдоте про блондинку, у которой спросили, какая вероятность того, что она, выйдя на улицу, увидит динозавра, она сказала 50 на 50, или увижу, или не увижу. Точно так же и с наступлением стресса уже сегодня. Все сложные ситуации состоят из большого количества факторов. Половину факторов вы можете контролировать, а другая половина зависит не от вас, а как раз зависит от окружения и от того, что мы называем объективной частью. Отвечайте, пожалуйста, за свою часть ноши. Перфекционисты, фрик-контролы, трудоголики, все те, кто очень тяжело отпускает внутренние факторы, подвластные нашему контролю, это и есть самая большая группа риска в моменте, вот здесь и сейчас, с точки зрения наступления стресса. Но как это ни парадоксально, Мельник говорит о том, что если взглянуть на длинные отрезки времени, то получается, что именно эти группы гораздо более устойчивы наступлению стресса, потому что стрессоустойчивость, она формируется внутри. С одной стороны, мысли о том, что мы можем что-то контролировать, дарят нам ощущение уверенности в собственных силах, и мы как бы воспитываем в себе эту уверенность раз за разом. Наличие этого ощущения, оно уже само по себе, во-первых, увеличивает нашу устойчивость к стрессу, которая выражается в возможности адекватно реагировать на ситуации. А с другой стороны, вот воспитание стрессоустойчивости внутри, это как поход в спортзал. Вы сначала берете маленькие гантельки, потом гантели побольше, а потом гнете гриф на штанге. И важно не сорваться и не сломаться до этого момента, когда вы будете готовы согнуть гриф. Также и с внутренним состоянием, отвечающим за стрессоустойчивость. Вы, с одной стороны, можете, конечно, все отпустить и наслаждаться там состоянием условного растамана, которого вообще ничего не беспокоит, и он абсолютно непробиваемый. Но тут есть большой шанс остаться без работы. А можно вот как раз то, о чем говорит Мельник, выстраивать свою стрессоустойчивость изнутри и для этого использовать разные методы. На первых шагах вам в этом может, по ее мнению, помочь визуализация. Если вы еще не контролируете четко внутреннее свое состояние, если вы не умеете правильно отсекать влияние внешних объективных факторов, то в сложных ситуациях, когда вам захочется сдаться и пуститься во все тяжкие, вы можете прибегнуть к приемом визуализации, поскольку даже кратковременная визуализация того, что вы меняете что-то в лучшую сторону, она вам может помочь, может, это, в общем, сродни такой медитации, которая гармонизирует просто внутреннее состояние и может подарить немного приятных эмоций, уменьшить страх и, в общем-то, вернуться в привычную рабочую колею. Мне этот тезис записан в 10 фактов, потому что ему в книге отведено достаточное количество времени и места. Мне тяжело с ним согласиться, поскольку мои все попытки прикоснуться к миру визуализации, они, как правило, заканчиваются с прямо противоположным визуализируемому эффектом. И для таких, как я, Зеланд в своем транссерфинге реальности даже придумал специальное объяснение, что, в общем-то, есть там эти все задержки, нужно продолжать это делать. Но пока у меня что-то не очень выходит, однако это не значит, что вам не стоит попробовать. То есть визуализация как мощный и базовый инструмент выхода из состояния стресса здесь и сейчас, когда вы видите, что уже все близится, в общем, это состояние, и вам бы надо начать его контролировать. Но если все же нет, то есть более практичный подход, состоящий из двух непреклонных правил на двух следующих слайдах. Правило первое. Нужно отвечать за свои решения всегда.
Мельник ссылается на проведенное исследование, по итогам которого определили важную роль принятия личной ответственности в формировании качества жизни. Те, кто отвечает за свои достижения и провалы, они способны активно действовать в стрессовых обстоятельствах. Люди, которые считают, что все заранее решено судьбой и везением, они быстро теряются под воздействием стресса. Это, в общем-то, ответственность за свои решения, это и есть та самая кирпичик той самой осознанности, про которую сейчас много говорят. Софт-скиллы, которыми мы в «Читай быстро» озаботились, которым мы уделяем много времени. И, ну, в общем, вот просто примите тот факт, что любые свои решения, они должны быть осознанными, вы должны нести за них ответственность. Но ответственность за решение невозможно без... даже правильнее, наверное, было бы без четкой постановки целей. Правильнее, наверное, было бы эти слайды поменять местами. Сначала четкая постановка целей, а потом ответственность за те самые решения, которые вы приняли в рамках поставленных целей. Чтобы достигать целей, их нужно четко формулировать. И чтобы четко сформулировать цель, нужно сосредоточиться на обстоятельствах и факторах, на которые вы можете повлиять. То есть, ну, во-первых, цель, она по смарту должна быть измеряемая, с конечной датой, всегда с возможностью ее декомпозировать, но вместе с тем примите во внимание, что в цели нужно особенно тщательно проработать факторы, на которые вы влияете. По мнению Мельник, получается, что все, что нужно для того, чтобы контролировать 50% факторов стресса, это научиться ставить четкие и измеряемые цели и действовать строго по плану выполнения этих целей. Такие навыки, как мне кажется, они приходят только с опытом. Вы не сможете вот сегодня, прочитав книгу или там послушав короткий обзор, сказать: «О, действительно, а я прямо с этого момента буду все очень по четко измеряемым целям функционировать, и мало того, буду еще теперь категорически отвечать за свои решения». Нет, так это не работает, но вот те самые 10 тысяч часов, когда вы научитесь ставить себе цели и действовать по плану, отвечающему за ваши решения, то уровень стрессоустойчивости наверняка у вас повысится, а сам стресс вас посещать не будет. Но пока этого не случилось, помните, что проблемы носят временный характер. Иногда быть стрессоустойчивым гораздо проще, если относиться даже к сложным периодам, в которые вы попали, как к каким-то проходящим трудностям. Такое тонкое искусство пофигизма, если вы еще не читали, то будет ссылочка под этим обзором на эту книгу. Это вот оно про это. Ничто не вечно, и все пройдет, как было написано на кольце у царя Соломона. Любая проблема не бесконечна, рано или поздно все закончится. Отпустите ситуацию и при этом верьте в себя. Уверенность в собственных силах, она открывает путь к саморазвитию и самосовершенствованию. Постоянное самокопание и попытки найти виноватого внутри себя ни к чему хорошему не приведут. Когда еще один такой момент, когда веры в себе недостаточно, то люди начинают слишком внимательно прислушиваться к мнению других и ценить его больше своего. Это тоже очень опасный путь, потому что советчиков, их всегда очень много, но они никогда не несут ответственность за вашу жизнь. За нее отвечаете только вы, поэтому, находясь в таком круге советчиков, очень высока вероятность деморализации, и вот те комментарии окружающих принимаются слишком близко к сердцу, реакция на них становится чересчур эмоциональной, и способность рассуждать конструктивно, кстати, она исчезает. Поэтому верьте в себя, уверенность будет открывать вам путь к качественной обратной связи с окружающими. Нужно обращать на это внимание, но строить свою жизнь исключительно на внутреннем голосе, говорит нам Мельник. При этом соблюдайте баланс между работой и личной жизнью. Гибкий график работы – лучший способ для снижения стрессоустойчивости, идеальный для тех, кто занимается бизнесом. Ну, в общем, баланс – это всегда было важно и всегда было непросто, поэтому просто обращайте на это внимание, не пропадаете ли вы на работе по 20 часов и не спите ли вы, стоя по дороге домой, чтобы просто переодеться и снова вернуться на работу. Похоже на цитату
из какого-нибудь паблика ВКонтакте, но это правда, иногда препятствие – это просто не понятая вами возможность, не оцененная правильно возможность, и в этом, в этой истории очень показательно описываемая ситуация, описываемая Мельник ситуация в книге, когда в Африку приехало два продавца обуви, один сразу же вернулся обратно и сказал, это невозможно, в общем-то нет культуры ношения обуви, поэтому продать ничего невозможно. А второй сказал, присылайте сюда всех продавцов, они здесь все босые. И в этом различии мироощущенческом не только вероятность наступления стресса и стрессоустойчивость, но и, в общем-то, качество жизни двух разных людей, двух одинаковых продавцов одинаковой обуви, но двух абсолютно разных людей. Поэтому если что-то идет не так, меняйте угол зрения. Возможно, вместо препятствия вы увидите возможность, и отойдя от ситуации, переосмыслив ее или взглянув на нее по-другому, вы сможете найти такое решение, которое покажется вам, ну, в общем, будет очень крутым и выведет вас на абсолютно новый уровень. Вот такие быстрые 10 фактов из книги «Стрессоустойчивость», которую я вначале так некомплиментарно назвал книгой-статьей, но, в общем-то, для такого поверхностного, не медицинского изучения явлений стрессоустойчивости и для понимания того, что с собой делать для того, чтобы эта стрессоустойчивость наступила, в общем-то сойдет, особенно если по истечении 10 фактов из книги вы выписали себе 3 задачи. Три задачи из книги. Мы в «Читай быстро» придумали такую, ну, в общем-то, мы ее не придумали, мы просто, наверное, подметили и стали ее воплощать, и заметили, как она влияет на качество прочтения. Методика заключается в следующем, что в момент чтения книги, для того, чтобы получить и запомнить максимум информации из этой книги, вы делаете пометки, выписываете какие-то факты, то, что кажется вам интересным и развивающим вас. А в момент, когда книга дочитана, на основе этих 10 фактов вы формируете для себя персональные 3 задачи. 3 задачи – это вот как раз по смарту измеряемые, понятные, конечные какие-то вещи, которые вы должны пойти и сделать, внедрить в свою жизнь, в бизнес, в окружении, где угодно, по итогам прочтения книги, для того, чтобы ваша жизнь стала чуточку лучше. Таким образом, каждая прочитанная книга делает вас немного лучше. Для этих целей мы придумали букнот, он на слайде перед вами. Букнот – это блокнот для осознанного чтения. Там все так удобно размечено, разлинованно и структурировано, чтобы вы могли выписывать и название книги, к какому жанру она относится, выписывать основные факты, потом формулировать идеи, а пока еще читаете, то на каждой странице читать наши советы по скорочтению. В общем, букнот такой неплохой подарок для любого книгомана, но если нет букнота, можно записывать и факты, и задачи где угодно, где вам будет удобно, главное записывать. Мои персональные 3 задачи по итогам прочтения этой книги. Первое – баланс между работой и жизнью. Обязательно ввести периоды с отключенным телефоном и обязательной сменой обстановки, выезжать куда-то на свежий воздух или к воде, или в горы, или еще куда-нибудь. Скажу сразу, что я пробовал это делать на протяжении какого-то периода времени чуть раньше, с выездами регулярными еще более-менее норм, а вот с отключенным телефоном прям беда. Если вы попробуете на 2 выходных дня, на субботу и воскресенье, просто выключить телефон, я думаю, вы удивитесь тому, какие приступы панических атак будут посещать вас на протяжении этого периода времени. Второе, тесты по стрессоустойчивости и большую статью на эту тему сделать на сайте «Читай быстро», для того, чтобы дальше продолжить развивать эту тему. И дать шанс еще одной книге по визуализации. Что-то у меня с ней не заладилось, но может быть случится. Если вы, кстати, дослушали до этого момента, то и у вас есть какая-нибудь интересная книга по визуализации в загашнике, обязательно напишите в комментариях об этом, чтобы вы посоветовали мне почитать. Я с радостью этим вашим советом и воспользуюсь. Это был проект «Читай быстро», буква.инфо. Это была Шерон Мельник с книгой «Стрессоустойчивость». Приходите к нам на сайт буква.инфо, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, палец вверх. Обязательно напишите комментарий, что понравилось, что не понравилось в выпуске. Хороший ли был звук, ничего ли вас не отвлекало от прослушивания краткого содержания. Что думаете о пинотаже 2017 года, тоже можете написать. Если захотите проверить скорость чтения, буква.info/rapid, там можно прочитать текст, ответить на вопросы после этого текста и получить сертификат, который засвидетельствует вашу скорость и осознанность чтения. Захотите узнать больше про букнот, про наши рабочие тетради, про обзоры других книг,
про эмоциональный интеллект, психологию отношений, воспитание детей и прочий soft skill, то приходите к нам на сайт, в блоге мы об этом говорим. Ну и Instagram, буква.info, там фоточки. И иногда розыгрыши. Через неделю увидимся с новой хорошей книгой. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.